Вот у меня еще красный бык. Пужелек. Бедняжка. Ой. Бедняжка, бедняжка, перегружен. Кустик. Сколько тут у нас? 4 перца. И все они не маленькие. Вот здесь. А вот там вот красный бык у нас. Еще зеленый. Ну, очень, очень большой. Пришлось его подпереть. Видите, какой он огромный. Несмотря на то, что он растет на солнечной стороне, он еще не вызрел. Вот есть вызревший. Можно будет сегодня убрать заготовки его, пустить на лечо. Прелесть. Рядом у нас оранжевое чудо. Это же фирма «Самарские семена». Это тут у меня биогумус попал после подкормки. Тоже для фаршировки перчик подходит. Толстостенный, сладкий, ароматный, душистый. Вот он. На другом растении. Вот такой. Оранжевое чудо. Тоже «Самарские семена». Спасибо вам большое, ребята. Порадовали, удивили. Буду рекомендовать своим знакомым и друзьям к приобретению ваших семена.